presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster, stronger, fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Show by DJ Profit every Wednesday at midnight on DFM. You sold your soul down the river. Who lights a fire to shiver? Turned into a lion's roar. That we were brave wildflowers. You cut us down and killed our power with the poison you sow. The higher I go, you never had the best of me. Say goodbye to the rest of me, 'cause now I've got. Ah, yeah. Доброй ночи, друзья! Как обычно, каждую среду с нуля до часу ночи, со среды на четверг, вернее. С вами я, DJ Profit, представляю Bassland Show. Сегодня эфир посвящен лучшим трекам, драм н бейс трекам за 2019 год. Это часть третья, моя подборочка. Надеюсь, вам понравится. Открывает эфир Drum Sound Bassland Smith, I'm Gone, в ремиксе Трандрум Диза. Ребята, настраиваемся на позитив, как всегда. Начинаем бомбить самое лучшее, греемся, на улице похолодало. В общем-то, прямая трансляция, wiki.com/DJProfit. Всех приветствую, погнали! Ребят, еще раз напоминаю, что с вами DJ Profit, меня зовут Кирилл. Каждую среду с 0 до часу ночи на DFM. Прямая трансляция у меня на стене, wiki.com/DJ Profit. Сегодня представляю лучшие драм-н-бейс треки на свой вкус за 2019 год. Это часть третья, надеюсь, вам нравится. Начали, как всегда, позитивно, конечно же. Зардонику привет, сейчас смотрит прямую трансляцию. Эй, see you later. 29 февраля Зардоник будет выступать на фестивале World of Drum and Bass, клуб «Арена». Вместе с ним выступает NDC, Prototypes, Edrash, Renella Weiss. Зардоник вместе с Fickle Six. Это, собственно, один из участников проекта The Chemists. Также DJ Steady Killers вместе с Hydra, мощнейший бэк-ту-бэк, Neuropunk Squad. Также Озма и Lowriders, тоже бэк-ту-бэк из Санкт-Петербурга. Ребята молодцы, недавно открыли свой лейбл. Собственно, Lowriders мне прислал промки. В скором времени запилю. Ну и также я, DJ Profit, буду завершать все это действо фестиваля в клевым, вкусным саундом Liquid Functional Full Drum and Bass, немножко дипа, да. Talking with you no more, cause you was snitching, that's a no-no. And you been talking what you don't know. You supposed to keep it on the low, 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 low. I had to hear it from my bro. He showed it to me on the photo. Конечно же, мне очень понравился вот этот вот ремикс. Торонто из Брокен сделали на NetSky. Композиция Snitch. Собственно, NetSky у нас был 28 сентября. О, на эпике очень мощно отыграл, взорвал. Кстати, видео можно посмотреть в сети. Ну и, конечно же, фотографии. Ребята, DRAM.RU, официальный сайт фестиваля World of Drum and Bass запущен. Приходите, проходите, смотрите. Yeah. собственно, из мейнстрима так плавно пересекаем в нейрофанк, более мощное звучание, более драйвовое. Yeah. Итак, начал представлять новый альбом от State of Mind, не помню название, но эта композиция Lockdown просто сносит башню. Ой, ну просто слов нет. Наши пацаны, близняшки из Санкт-Петербурга, Ганчер Руин, Димон и Леха, Интерцептор, композиция уж очень-очень круто, она вписывается и вообще она бомбежна. Двигаемся дальше, с вами DJ Profit, Bassland Show, DFM, лучшее за 2019 год, конечно же, Drum and Bass, лично от меня, на мой вкус, часть третья. same reaction, giving blood to a shock, it's the same reaction. No lights, camera, chain reaction. If you mess around with ours, then we're taking action. Lights, camera, chain reaction, giving blood to a shock, it's the same reaction. No lights, camera, chain reaction. If you mess around with ours, you know we're taking action. Еще одна композиция от State of Might, называется Doomsday. Вообще советую все-таки послушать этот альбом. Один из самых лучших, собственно, в нейрофанке. И вообще за весь этот год я выделил он полностью. Вот такой вот мощный, танцевальный, очень прущий. Советую. Лехе Тобоксу передаю большой-большой привет. Недавно был у меня здесь в гостях, в Москве. Его композиция тоже попала в топы за этот год. Лично мне очень нравится Blur Effect. В общем-то, очень клево, и проигрыш прям очень душевный цепляет. Ах! Несмотря на то, что композиция вот такая вот мощная. И вновь State of Mind, трек под названием «Психопат». Ну да, собственно, такие названия очень клево идут. Вот под такой вот саунд, нейропанк. Yeah. И вновь наши пацаны, Питер, Ганчер Руин, композиция «Буст». Yeah. Ребята, не спим, согреваемся. wiki.com/DJ Profit, прямая трансляция. Да, у меня на стене. Лучшие треки, Drum and Bass, часть 3 от меня, от души. Yeah. наконец-таки добрались до новой пишки от НЭ и трека под названием Thinking. Чума. Ревайн все-таки решил ее чуть пораньше поставить, чтобы вкусить, так сказать. Ребята, это бомбеха, просто взрывает на всех танцполах. NA Thinking, yeah, Critical Music. Большой дабл-дроп. Broadcasting live over the capital. Ну и, собственно, под завершение немножко вот таких вот клевых, классных мелодий для успокоения, собственно, настроения, энергетики. Да и вообще, приятно на слух. Алекс Перес, СВРВ. Ребят, большое спасибо, что вы со мной. В скором времени выложу, как обычно, этот эфир. Ну и в следующую среду у меня будет очередной гость. Об этом узнаете, как обычно, в соцсетях, анонсы, да. Еще один трек от московского музыканта. Это Кира Снов, Сенсей Джой. Очень клево, мелодичная такая, приятная. Эх! Очень рад и горд, что российская сцена развивается. Также мы вместе с Dual Personalities с Андрюхой пишем треки. В скором времени что-нибудь выложу и снова сыграю здесь. Ну и также в марте иду на обучение по Эблтону. Ну, так сказать, нужно подтянуться. Димка Мунсан, кстати, скоро будет тоже здесь у меня в Bassland Show. Приглашу его в марте. Пока точно не знаю, но приблизительно где-то так. Да, вот, собственно, он меня и будет подтягивать. Да и не только. Завершаю эту триаду лучших треков за 2019 год, на свой взгляд, вкус. И последняя композиция на сегодняшний эфир — это Atlantic Connection, композиция Shine. Клевая, классная, как раз таки под морозы. Хотел во вторник, в свой выходной, в среду поехать покататься, но посмотрел прогноз погоды, и, в общем-то, ожидается опять плюс, то есть не фартит что-то в этом году покататься, но да ладно. Come on and shine. Ребят, еще раз всех благодарю, большое спасибо, в общем-то, респект, спасибо, что со мной. Каждую среду с 0 до 1 ночи. Опять я вернулся к этому, собственно, времени, со среды на четверг в ночь. И ожидаются гости у меня. Опять-таки буду делать подборки лучших треков тех артистов, которых мы привозим 29 февраля. Еще раз их перечислю. Это NDC вместе с Tom Piper. Prototypes, Edrash, Renella Weiss, Zardonic вместе с Fickle Six, солисты из группы Chemists, DJ Steady Killers, Hydra, Озма, Lowriders и я, DJ Profit. В общем-то, вот такой мощнейший лайнап. DRAM.RU официальный сайт и ВКонтакте официальная встреча в ОДБ Москва. Welcome, до следующей среды. Всем пока!